В республике завершился весенний сев, а это значит, что можно немного передохнуть. В районах республики идут народные гуляния. На Акатуе в Красночитайском и Янтиковском районах побывал глава Чувашии. С самого утра площадь Победы в Красных Читаях была полна народа. Местные ремесла, национальная кухня, торговые ряды, праздничная мозаика сверкала и переливалась яркими красками. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы будущий урожай был хорошим, Акатуй должен пройти шумно, весело и с размахом. После весеннего сева, Акатуй, веселый праздник. Мы тут пришли, вот радуемся все, все довольны. Вот так мы живем, дружно, работаем, все хорошо. Последние хорошо прошли, нормально. Всегда у нас народ, трудяк у нас, работу любит, хорошо. Мы надеемся на хорошие, уезжаем в осень собирать. Довольные, танцуем, поем, веселимся. В День России звучали гимны России и Республики. Обязательный атрибут – старинный гимн хлеборобов. В Красночитайском районе в этом году засеяли более 9200 гектаров. В основном это зерновые. Лучших работников отметили наградами и подарками. Завершился сев и в Янтиковском районе. Эдуард Никитин работает на земле около 30 лет. Ему есть с чем сравнивать. В этом году посевные легче прошли. Ну, техника обновилась. И люди побольше стало заинтересованные. В основном зерно. Сено там немножко. Звание чемпион сева 2021 удостоился Сергей Константинов. Механизатор говорит, выращивать хлеб по-прежнему почетно. Очень ускоряет и упрощает процесс новая техника. Посевные прошли во время 3 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных, 2 кировца, 3 мясо Фергусона, МТЗ 4 штуки. Вся новая техника у нас. Обновить парк техники многие сельхозпредприятия смогли именно благодаря субсидированию 40% затрат на ее покупку. Разумеется, правительство поддерживает аграриев и по другим направлениям. В приоритете глубокая переработка продукции и ее поставки в другие регионы. В этом году все планы сева республика выполнила в короткие сжатые сроки. Спасибо за это всем аграриям, всем, кто работал на земле. 290 тысяч гектар было засеяно на весенний период. И хмель навешен своевременно, тоже выполнили план, более 100 гектаров. Картофеля посажено 5000 гектар. И в этом году на развитие села будет направлено 4,9 миллиардов рублей. Будет реализовано около 2000 разных проектов, инфраструктурных в том числе. Все формы поддержки более 50, они также останутся, в том числе и поддержки малых форм хозяйствования. Ярким моментом праздника стали показательные выступления парашютистов Чебоксарского аэроклуба. Наталья Мальчикова, Павел Яритков, Республика.